Многие ближневосточные христиане, спасающиеся от насилия, не хотят селиться в лагерях беженцев, опасаясь, что там они станут жертвами ненависти на религиозной почве. Такой информацией располагает ряд западных экспертов. Становится все очевиднее, что христиане боятся преследований и даже геноцида на территории этих лагерей, вследствие чего не хотят селиться в них, заявил глава американской католической организации «Рыцари Колумба» Карл Андерсон. Отказываясь селиться в лагерях, они лишаются права на получение статуса беженца. Недавно «Рыцари Колумба» развернули в СМИ кампанию помощи ближневосточным христианам, призывая сограждан поддержать гонимых последователей Христа. По словам представителей организации, британские СМИ сообщили, что ИГИЛ отправляет в официальные лагеря своих боевиков, которые, выдавая себя за беженцев, должны похищать или убивать христиан, а также похищать молодых девушек из числа беженцев, чтобы отдавать их в рабство. К настоящему времени «Рыцари Колумба» собрали почти 4,5 миллиона долларов на помощь христианам и другим религиозным меньшинствам на Ближнем Востоке.